Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 198 на странице 131 учебника по русскому языку для 2 класса автора Климановой. Прочитайте слова. Измените их по образцу. Составьте с любым из слов два предложения. Запишите их. Брат – братья. Пруд – прутья. Колос – колосья. Друг – друзья. Ручей – ручьи. Воробей – воробьи. Мой друг учится в 5 классе. Друзья отправились в школу. Воробей сидел на ветке. Воробьи толпились у кормушки. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.